Верховный суд Великобритании несколько минут назад постановил, что решение о выходе из Евросоюза должно быть еще одобрено парламентом. Таким образом, правительство Терезы Мэй проиграло это дело. Кабинет настаивал, что одного результата референдума о Брексите достаточно, чтобы начать процедуру выхода Великобритании из ЕС. Уже поступает первая реакция. Британский генпрокурор заявил, что правительство разочаровано таким решением Верховного суда, но Брексит все равно остается политическим решением для страны, а не юридическим. Лидер оппозиционной лейбористской партии уже заявил, что лейбористы не будут голосовать против Брексита как такового, но потребуют от правительства Терезы Мэй четкого плана по выходу.